я стану добре. Дуже складно. Зараз можна так говорити, не можна. Вітаємо. Ігор Александрович, у нас слышится? Здравствуйте. Добрый день. Как прошла ночь? Как прошла ночь? Расскажите, как минула ночь в Харькове? Напряженно прошла ночь, потому что были бомбежки, бомбили и жилые кварталы, пострадали, и пострадали инфраструктурные объекты. Только что попали снаряды в здание университета, которое на Мироносецкой находится, в здание УВД Харьковской области. Очень большие разрушения идут, и могу вам сказать, что на самом деле у нас же сейчас по прогнозам морозы будут, и наши коммунальщики сейчас прилагают героические усилия по переключению для того, чтобы хоть какое-то тепло было в домах. Водяльники работают вывоз мусора, потому что это необходимо. То есть наши коммунальные службы, несмотря на обстрелы, работают. Мы организовали складские помещения для раздачи продовольствия. Развозим людям продовольствие по районам города Харькова. Во всех 9 районах города Харькова мы развозим продовольствие, несмотря на то, что идут обстрелы, потому что людям нужно кушать. Создаем запасы медикаментов. Идет к нам гуманитарная помощь абсолютно отовсюду, с различных уголков Украины, зарубежная гуманитарная помощь, за что мы благодарны. Работают волонтеры, работают все наши служащие. Поэтому могу вам сказать, очень тяжелая ситуация. Вы видите глобальные разрушения, которые сегодня есть в городе, обстрелы постоянные, но Харьков держится, и Харьков продержится. Поэтому могу вам сказать, что, конечно, сегодня основная задача, которая есть, как я понимаю, у противника, это создать панику, создать ужас. Но Харьков стоит, и Харьков будет стоять. Ігор Александрович, это 100%, в этом нет сомнений. Багато повідомляють в Російській Федерації про те, що місто оцеплене, місто оточене. Це так? Ви можете спростувати це, щоб про це почула зараз вся країна? Смотрите, сказать о том, что есть полное окружение, так нельзя. Есть частичное окружение города Харькова. Да, наши военные сегодня сдерживают, героически сдерживают и воюют с врагом. Поэтому ситуация тяжелая, но сказать о полном окружении сегодня нельзя. Це надважливо знати і чути, зокрема, харків'янам. Ігор Александрович, а скажіть ще, будь ласка, щодо, ви сказали про те, що гуманітарна допомога надсилається, наскільки складно з цим? І чи є можливість допомоги Харкову, можливо, з інших регіонів просто зараз, якщо є така потреба? Працюємо, звісно. У мене багато дзвінків, я зі всіми на зв'язі в плані гуманітарної допомоги. Це, прежде всього, продукти питання, це медикаменти, которые нам необходимы. Я разговариваю с другими мэрами городов. Они все молодцы, они на связи, всем, чем могут помогать.